Здравствуйте! Сегодня понедельник, 10 декабря, и вы смотрите новости рынка Форекс. С вами я, Екатерина Недачина. Согласно последнему докладу Министерства труда США, количество новых вакансий в экономике страны выросло на 146 тысяч в ноябре, а уровень безработицы упал до 7,7%, самой низкой отметки с декабря 2008 года. Эксперты опасались, что ситуация на рынке труда сильно ухудшится вследствие обрушившегося на североатлантическое побережье США урагана Сэнди. Поэтому ожидания аналитиков были заметно занижены – 85-90 тысяч мест. Безработица должна была остаться на прежнем уровне в 7,9%. Падение уровня безработицы объясняется сокращением общего объема экономически активного населения. Его доля в ноябре сократилась на 0,2% до 63,6%. А это говорит о том, что 350 тысяч американцев выпали из состава рабочей силы. В то же время индекс потребительского доверия, по данным Мичиганского университета, в США упал в декабре до августовского минимума – 74,5 пункта. Хотя экономисты рассчитывали увидеть показатели в размере 82 пунктов. Предыдущие данные за ноябрь показали значение 82,7 пункта. Это были новости рынка Форекс, подготовленные для вас компанией InstaForex.